Новый зомби? Хватит подкармливать! Хватит подкармливать, детки! Пожалуйста! Хоба! Всем здорова! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобой продолжаем играть «Растения против зомби 3». Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита, не забудь поставить свой жирненький царский лайкосик, а также залетай в Телеграм, это очень-очень важно. Ну что же, друзья, остановились мы на том, что Серега, вот такой вот зомбак у нас в бассейне, наконец-то мы переходим на этот уровень. Так, это день четвертый, ребята, день четвертый. В общем, мне написали, что на данный момент 150 уровней. Вы представляете, а мы пока что на 39-м. Офигеть, ребят, даже одну третью не прошли. Ладно, так, опять же у нас кувшинка вот эта вот есть. Хорошо, все, начинаем, друзья, приятного просмотра. Обязательно лайкосик, ребята, очень важно. Если вы хотите, чтобы каждый день серия выходила. Это очень-очень важно. Да, ребят. Так, мы, давай-ка не терять времени. Давай-ка не терять времени, бро. Так, то есть расставляем. Все, начинаем потихонечку. Кувшинки вот эти вот. Так, уже пошли. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята. Ну, блин, это очень неприятно. Это очень неприятно, потому что он очень быстро идет, блин. Какого фига? И придется на тебя потратить. Так, ладно, хорошо. Ну, куда вы? Ну, куда вы, ребята? Так, но этот не так уж быстро, конечно. Но все равно ползет, смотри-ка, говнюк. Так. Срочно, 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 ребятки. Молодцы, молодцы, молодцы. Все, стопаем, 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 стопаем. Так, насчет этих зомбаков тоже сейчас что-нибудь придумаем. Так, отвалилась ручка. Так, тут, я думаю, мы, в принципе... Ну, так и так надо ставить, да, ребят? Ну, что-то тут прям вообще такая... Проблемс. Капец, их там ползет! Вы чё, блин? Тут базюка нужна! Тут нужна базюка! Это жесть. Это просто жесть. Не, реально. Так, ладно, мы их 100%, ребят, сейчас. Давайте стопать. Хотя бы один рядочек надо защищать. Я просто пока не представляю, что нам делать-то, блин. Так, ну ладно, этих-то мы сейчас вынесем, да, ребят? Этот нагоняет, молодец, красавчик. Виноградик спасает, боже, ты мой любимчик. Ты мой молодец. Так, 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 аккуратно, аккуратно, ребята. Это просто какой-то ужас, слушайте. Ужас какой-то просто настоящий. Боже мой, что здесь происходит? Слушай, походу... Так, не-не-не, ну вообще по идее проходим, но... Ладно, пройдем, пройдем. Еще, еще, еще. Да вы что, издеваетесь что ли надо мной? Там капец их просто. Арава настоящая. Ты погляди, так, тут полюбас ставим. Так, где бы установить-то, блин? Давай, давай, на кувшинке! Красавчик, двоих. Так, эти пока еще заморожены. Здесь обязательно тоже надо что-то придумать. И там надо что-то придумать. Это капец! Это первый уровень, который, слушай, прям... Ну, видимо, я не очень его, конечно, сыграл, ребят. Но это первый уровень, который мы с тобой очень плохо сыграли. Прям видно. Офигеть. Так, а кстати... А-а-а, вот для чего денежки. Да, ребят. Все понятно. 3 800.
Да вы чё, блин? Короче, с горем пополам этот уровень у нас наконец-то пройден, но это чё-то вообще жесть была. Не знаю, ребят. No comments. Реально, я не могу это прокомментировать, потому что, ну, это реально сейчас ужасно было. Первый раз чуть мы не проиграли. Так еще и много столько это. Так, ну давай, начинаем новый денечек. Кашляет. Пожалуйста, оставайтесь на безопасном расстоянии. Кашель идет обеззараживание тумана. Блин, бедный, бедолага. Сейчас сломается еще. Засасывает в себя этот туман. Бедный. Так, ну работает. Так. Черт возьми, Мо, ты не можешь продолжать использовать эту штуку. Это опасно. Так, и чё? Моя безопасность имеет второстепенное значение. Кашель. Обнаружена угроза зомби. Кашель. Эй, кто это? Этот украл мое кресло для размышлений. Ранее. Буксир, говорит, буксир, Серега. Что? Перерыв? Итак, ты превратил бассейн сумасшедшего Дэйва в душный, вонючий спа и даже не подумал пригласить меня? Серега! Нет, я бы не пошел, но я был бы приятно, если бы меня попросили. Ох, я ранен, буксир, обижен и разочарован. Вернись к работе! Офигеть, он чисто задремал, прикинь. Создатель Дэйв. Это кресло оснащено... Чем? Термодинамическими ракетами. Не так ли? Хап, ты прав. Думаю, мы сможем взломать кресло и активировать эти ракеты удаленно. Офигеть, ты посмотри, это же настоящий джетпак. Ты посмотри на это. Так, новая, короче, задача — подкрасться и взломать. Ладно, хорошо. В общем, вот так вот. То есть еще и не разбудить, ребята, Серегу. Он сладко спит после обеда, ребята. Замечательно. Так, 40-й уровень. Ну что же, погнали, ребят. Блин, что-то, если честно, ну давай-ка грабли попробуем, не? Взять, не? Ну давай хотя бы их возьмем, не знаю. Вы чего, блин? Как? Простите, как? Грабли? Грабли теперь на кувшинке. Вот это жесть! Слушай, ну такого я точно не ожидал. Этот уровень еще хлеще. Этот уровень еще хлеще. Я просто в шоке. На, нафиг. Капец. Ну, я такое впервые вижу. На воде чисто грабельки, прикинь. Так. Ну, у нас есть стена орехи. Это замечательно. Прям великолепно, я показал. Так, в принципе, ладно. Четырех... хватит, я думаю. Давай капусточку размещать потихоньку, помаленьку. И музыка чисто Хэллоуин. Так, ну там-то точно уже не пройдут 100%. Поэтому рядочку тоже. Так, вот здесь хотят пройти, да? Так, ну он пока там доберется. Слушай, ну это комфортный уровень. Тут можно что-то сделать. Тут, в принципе, получается у нас что-то. Как бы так. Так, чуть-чуть его приостановим. Хорошо, что кувшинки, кстати, приостанавливают. Так, зомби с флагом. Так, что мы дальше? Что мы дальше, ребят, делаем? Надо тоже смотреть, глядеть.
это устанавливаем стена орехи. Но прежде, ребят, конечно, нужно вот этот вот. Так что накопим и ставим. Хотя, в принципе, можно кувшинками обойтись, но жалко их. Сколько они, блин, страдают. Так, ну тут 100%. Ну как, блин, это же не с железными ведрами идут. То есть, по идее, тут все нормально. Опа, вот теперь идут. Вот теперь идут. Так, ладненько. Надо бы успеть. Так, ну там, в принципе, успеваем. Нифига там. А, ну еще он нам помогает виноград. Да я каждый раз, я реально забываю про виноград, что он просто раз, трямс и все. Я, блин, сколько в первую, во вторую часть играл, ребят, и не было такой фишечки, и поэтому я как-то даже офигеваю. Так, найс. Ну ладно, здесь легко. Отлично. Там-та-там, там-та-там. Там даже вообще не доберется. Виноградина его. Чуть-чуть, а, ну чуть-чуть открыли. А. Все, найс. Хорошо, друзья. Лужайка зачищена. Это был хороший уровень. А вот 39-й, я не знаю. Ну, видимо, я там что-то немного это... 30 минут. 100 рублев. Ну, отлично, отлично, друзья. Живем, живем. Так, погнали. Дальше выполнять. Ну-ка. Так, что там он говорит? Наблюдение. Цель зомби тоже занят сном, чтобы заметить наше продвижение. Теперь у нас есть шанс проникнуть на расстояние взлома. Слишком занята, они тоже. Слишком занята. Короче, храпит, спит он, поэтому... Обновление детектив. Создатель Дэйв, вы можете начать взлом, когда будете готовы. Директива там. Ну что же, друзья, 41 уровень. О боже, наконец-то воды не будет. Ура! Это чё? Новый зомби? Боже, это с голубями, который... Дедушка сейчас будет хлебушек, смотри, раскрыт. Оп. И... Что у нас дальше сейчас будет происходить? Нифига себе, дед, ты подальше свой хлеб держи! Они сейчас как склевывать будут! О, нет! Офигеть! Это капец. Это просто капец! Ладно, хотя они быстро, голуби, отлетают. Это не зомби, это обычные голуби. Чего? Какого фига? Так, ладно, но я думаю, все равно это легкий уровень будет. О нет, о нет, дедуля, нет, 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 да ну нафиг. Так, стена орех пора ставить, ребят. Офигеть, 3x3 клеточка. Капец, мы против голубей сражаемся, смотри. Да они офигеть просто на самом деле жесткие. В плане, знаешь, каком? Что их много, а так по идее. Ну, они что там подклевывают на орех-то? Так, надо кое-что нам сделать, ребят. Пофиг на это. Наград нам помогает. Тихо-тихо-тихо-тихо, куда ты? Голубок. Найс. Не, ну вот это было круто на самом деле. Слушай, зомби с голубями — это имба. Прикольно выглядит. Так, ну что же, сколько там? А, 2. Так, тут кабачки уже в ход идут. Ну давай смотреть. Все-все-все, быстрей. Ага, понял, горохострелов нет. То есть у нас чисто капуста будет, ага.
Слышишь? Так это совушка, это совушка. Прикинь, если бы совы... Не, ну чё они? Они-то хлеб, думаю, жрали бы. Они мышей любят, миско. Так, давай сюда. Первый пошел. О-хо-хо! Так, половина прошла. Так, ну давай как-то по нарастающему так. Так, ребята, порцайку выдавайте, пожалуйста. Срочно нужно, требуется. Блин, не угадал, ну ё-моё. Ладно, тут еще можно накопить, я думаю. Пока он сейчас будет идти. Давай, он пока на клетке этой. Давай. Нормально, трямсает. Даже не укусил, красавец. Так, проблемс. Че, думаешь, голуби жесткие? Да что-то... На! Че так мало урона, Так, ну-ка, дедушка! Как тебе кабачочек? Не, я думаю, голуби не смогут вынести, но, видишь, равно как бы так неприятно. Не, они даже вроде как урон вообще не наносят. Найс. Блин, жесть. Ну-ка. Да, они, по идее, урон-то не наносят вообще. Так, дедуль, давай. Отрубони делаем. Так, виноградик помогает нам. Найс. Так, минус ведро. Ой, сейчас, мне кажется, жестко будет, ребята. Посмотрите, сколько сейчас голубей будет. Ну-ка, посмотрим. Хватит подкармливать, детки. Пожалуйста. Ты смотри, сколько они голубей-то, блин, призывают. Все обкакают сейчас. Это ж капец. Офигеть, да сколько ж их там. Ой, они в стенариях, смотри, прогрызают потихоньку-то. Фига мы накопили, сколько солнышек. Так, ладно, есть. Неплохо, ребят, я думаю. Не, ну сейчас поинтересней стало, кстати. С новыми зомбями? Конечно, ребят. Так, ну что же, делаем. Делаем, господа. Ну-ка, бип. Нифига себе, хакер! Запустить? Так. Устройство беспроводного успешно взломано. Готов запустить цель зомби по вашей команде, создатель Дэйв. Это сработало. А теперь отправим этого зомби покататься. А чтобы покататься отправить, ребята, чтобы Серегу запустить в космос, нужно три. Три, блин. Ну ладно, погнали. Ну, сегодня мы его запустим. Это 100%. Конечно, ребят. 43. У нас 50. О, неплохо. Так, ну начинаем, ребята. Так, нам самое важное, чтобы они из воды не выходили. Вот в чем прикол-то. Так, нам дают время подготовиться. Блин, стена орехи очень долго. Видишь, время охлаждения какое долгое. Угадал хоть?
Brains! Вот прям так рявкнул. О, идет. Так, найс, найс, найс. Здесь хорошо все. Как раз время. Найс, найс. Все хорошо. Сейчас поставим, поставим, ребята. Это специально, чтобы как-то помедленнее все было. Так, все, здесь ставим теперь тоже. Ну, в принципе, да, так я и представлял все. Так, здесь у нас, видишь, без орехов, поэтому... Так, ставим обязательно. Ну, вот это кайфовый тоже уровень. Нет, 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 только не голуби. В смысле, реально он с хлебом сейчас зайдет? А-а-а, вот так вот. То есть на изи так-то его разобрать. Бум-бум. Ну, побыстрее тогда, ребят, что? Ну, скажу. Так, все, мы защитились. Отлично. Можем ускоряться. Так, здесь про... Блин, неправильно. Там у нас зомби с ведром. Но, по идее, бам. И все. И все. Чем будем ждать? Так, отлично, награду получили, но тут нам придется, ребят, немножко поработать. Да. Побольше уровней пройти. А, так тут нифига как долго. Смотри, 3 из 15 прогресс. То есть, как бы, как и третий день, 15 задач, но... Посмотри, 3 билета нужно. То есть, тут уровней будет гораздо больше. Нет, 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 только не вода. А, это ад. Блин, как я вот это вот не люблю, ну реально. Не знаю, ребят. Блин, ну ты погляди, ты просто посмотри на это. Какой-то настоящий уже Tower Defense. Такое чувство, что зомби просто вот так. По дорожке вот так. Будут идти, а не вот так. Но нет, ребята, нет. Не угадали, блин. Эти говнюки сейчас зададут нам. Так, надо быстрее, надо быстрее. Вот они уже идут. Где ставим-то? Угу. Мне прям хочется еще один рядочек. Такое чувство, да, ребят? Так, устанавливаем. Тут. Я не знаю, это даже намного легче, вот этот уровень, чем 39-й. Прям, я не знаю, где мы с тобой столько вишни просрали. Так, там пока водичка. Не, ну по факту это хорошо, видишь, они замедляются же все равно. Бамс. Также у нас есть капусточка. О, нет, нет, только не голуби, нет. Мама мия. Ну, на стене орехов нет, поэтому я что-то подумал, ладно, пофиг. Базюку будем использовать. Так, тут срочно, срочно. Нет, нет, он уже призывает, блин. Слушай, тут может быть небольшой такой трямс. Ё-моё. А, так смотри! Снаряды не попадают. Это большая проблема. Я просто не увидел... Ну, да, нас когда обучали, знаешь. Капуста-то понятное дело, что справится. Ёшкин матрёшкин. Я теперь понимаю... Его надо быстрее выносить, вот этого детка. Пока они там. Теперь понятно. Крохострел-то, конечно, он не может
задеть голубей. Только когда они приземляются. Ёшкин-кошкин. Так, ну давай лучше, наверное, вот так вот поставим, да. И, в принципе, можно ускорять. Гаргантюа! Боже мой, нет. Ну, дружище, ну как-то ты... Ой, блин, еще голуби тут летят. Причем дофига. Даже не знаю, справимся, не. Давайте, ребята. А, он такой медленный, это круто. Это вообще круто, что он такой медленный. Ля, смотри, кувшинку уничтожил. Потом еще скамим его. Он пока размахивается. Так это вообще имба. В воде вообще имба. Завалили его. Хорошо. Да, продолжим. Блин, мы его, конечно... Ну, давай еще отправим и... Ну, еще один уровень, и все, ребят. Сегодня, да, коротенькая будет серия, ребят. Но завтра постараюсь чуть подольше. Посмотрим. Но зато каждый день. Все, ребят, эту игру... Блин, эту игру мы с тобой пройдем еще как. Ничего не знаю. Так, ладно, погнали. 45 уровень. Так, у нас обычный горохострел. Ледяной. Еще вот этот ряд. Так, где идем? Угу. Так, надо бы поставить, ребят, полюбас. Или что, пока она там идет? Вот так делаем. Так, расставили 5 подсолнухов. Это прям стандарт-стандарт. Так, идет еще один. Ставим еще одного. Чуть попозже поддержку. Так, сейчас, конечно, будет все зависеть. Ага, понимаю. Блин, опять дедок. Так, тут уже вот так делаем, ребят. Просто я понял, что на два рядка сейчас будут эти голубки, поэтому надо срочно нам вот так делать. Ну, что творится. Так, понимаю. Ой-ой-ой-ой-ой, блин, еще ряд. А зачем я тут-то поставил? Ну ладно, пусть пока будет. Знаешь, что они сюда будут. Видишь, на кувшинке садится, как бы и удобно. Вроде как. Назвись, в чем беда-то? Нету стена орехов, да. Ну этого 100% приостанавливаем. Так, ладно. Раз это последний уровень, давай на двоих с не будем гнать. Так, ну найс. А, еще и виноград помогает. Отлично. То, что бесплатное растение, вообще еба. Имба. То, что можно скармливать бедные кувшинки.
Так, что у нас сейчас произойдет? Сейчас Серега у нас, я так понимаю... Ну давай, смотрим на это зрелище. 3, 2, 1. Пуск! Серега! Бедный, он только проснулся! Он взлетает! Так он вроде довольный. Ну блин, а где мы такое кресло-то возьмем? Ё-моё. Это было потрясающе, мы должны заставить больше зомби летать. Если подумать, летающие зомби звучит ужасно. Посмотри, что эти зомби сделали с моим бассейном, когда я вышел из нее. Вода была кристально чистой. Посмотрите на эти бедные деревья. Они все увядшие и... как будто их обожгла вонючая гадость. Ой, сейчас будем прибираться тут. Вся эта территория представляет свою биологическую опасность. И посмотри, больше плакатов. Что с этим? Может быть, он участвует в конкурсе красоты, ему понадобится серьезная перестройка. Говоря о преображении, давай уберем лужайку, избавимся от этих ужасных плакатов и посадим новые красивые деревья. Вот, в принципе-то и все, друзья. Как-то так. Как-то так. Ну что же, ребят, все, надеюсь, вам понравилась серия. Обязательно ставьте лайкосик, залетайте в Телеграм, это очень-очень важно. На этом все. Бай-бай, дорогие братишки.